Всем привет! Это «Мелочи жизни». Лимон или лайм? На кухне оба пригодятся. Чтобы выжать все соки из лайма, его нужно разогреть. Это можно сделать с помощью микроволновки или просто ошпарить кипятком. Лайм также отдаст больше сока, если его просто прокатать по столу. Цедру с лимона срезать легче, если предварительно распарить плод. Лимон или лайм можно использовать как подушку при запекании рыбы. Все просто, и это полезно знать. Это были «Мелочи жизни» для программы «С утра до вечера».